О, как это прекрасно! 2, 1... Выпустить пар, ломать, крушить. Вы приходите сюда, чтобы разбивать и ломать все, что хотите. Какое чувство! Сюда приходят люди, усталые, с несчастными лицами, а уходят они отсюда со смехом. У каждого здесь есть полчаса на то, чтобы устроить настоящий бедлам. Заходите в комнату и ломаете все. Все крушите. Если что-то останется нетронутым, значит, что-то пошло не так. Комната гнева очень популярна среди жителей города Дулут, штат Миннесота. Такие же комнаты уже давно существуют во всем мире. Психологи говорят, что потребность в выходе агрессии существует у всех, а вот возможность выпустить пар есть не всегда. Подобные этому заведение чаще посещают женщины. Это потому, говорят специалисты, что женская агрессия в повседневной жизни порицается обществом больше, чем мужская. Ну а здесь можно все.